Всем огромный привет! Давно у нас не было бьюти-завтрака, и я решила, что пора это дело исправить, тем более, что мне есть что вам рассказать интересного. Вообще, сейчас вся обложена кулинарными журналами. Не то, чтобы я покупала специально кулинарные журналы, но я очень люблю вдохновляться, скажем так, журналами кулинарными. У нас их очень много всяких разных в разных продуктовых магазинах. Сейчас вот наткнулась на интересную статью о сахаре. Здесь собраны все виды сахара, которые, по крайней мере, у нас в Англии продаются. Это очень интересно узнать. Также я в поиске интересных рецептов вдохновляющих, потому что мы с девчонками готовим кое-что интересное. Ну и, в общем-то, не только в журналах ищу какие-то интересные рецепты, я и в интернете тут тоже ищу всякое интересное. И да, хочу вам рассказать о красивых вот этих вот кружках, фото которого я недавно выложила в Инстаграм. В общем-то, давно я хотела купить именно такие кружки, как банки с ручками. Я уверена, что многие из вас видели на различных сайтах. Такие кружки, их используют для смузи обычно. И, в общем-то говоря, я видела, что много таких кружек на eBay продается, но мне очень хотелось просто попробовать эту кружку, пощупать ее в руках. И, в общем, я нашла такие кружки возле дома, в одном из магазинов. Я не думаю, что кому-то эта информация будет полезна, но если вы живете в Англии, я оставлю название этого магазина. Если хотите, можете пойти, собственно говоря, и попробовать. Я купила две такие кружки. Одна у меня уже сейчас занята. И я вам сейчас покажу рецепт очень быстрого завтрака. Если у вас совсем нет времени готовить по утрам, то, я думаю, вам рецепт этот пригодится. В общем, вот такое чудо мы будем с вами готовить. Я надеюсь, что вам будет видно. Я первый слой сейчас уже положила в стакан. У нас на самом дне идет слой овсянки, потом я добавляю немножко варенья малинового и, собственно говоря, свежую малину. Для приготовления нам понадобится овсянка, именно не хлопья, не каша быстрого приготовления, а нормальная овсянка, у меня это цельнозерновая даже. То есть, я думаю, это вообще очень полезно будет. И что нам еще понадобится? Нам понадобится йогурт. Я брала греческий йогурт, и вы просто берете овсянку, высыпаете ее в какую-то миску, добавляете туда йогурт, перемешиваете хорошенечко и оставляете на ночь. Получается вот такая вот кашица на утро. Очень полезна, и, собственно говоря, она и составляет основу нашего блюда. Теперь я буду добавлять второй слой овсянки. Я люблю, когда много на завтрак. Сверху все это дело я закладываю малиной. Чем больше, тем лучше. Тем более, что сейчас у многих своя малина. На дачах, в частных домах. Так что можно сейчас ее кушать сколько хочется. Так что вот такой вот будет у меня завтрак. Я заварила себе травяной чай. Я сейчас не пью кофе, не пью обычный чай, пью именно травяной. И вот такая вот овсянка с малинкой, с вареньком. Так что, если вы завтракаете вместе со мной, то приятного вам аппетита. В общем, короче, обнаружила я классные рецепты. Сейчас буду готовить кое-что, что вы увидите скоро на моем канале. Подсказка это будет связана с фруктами. Вообще, наверное, вы заметили, что на моем канале стало немного меньше видео, реже я стала их выпускать, потому что на самом деле, если вы не знаете, я работаю фотографом и видеографом, и сейчас у меня очень много видео лежит на обработку, поэтому у меня просто нет уже сил, как говорится, обрабатывать какие-то свои видео. Поэтому я очень надеюсь, что, по крайней мере, раз в неделю у меня будет получаться снимать видео. И, в общем, сейчас я, собственно говоря, этим делом и займусь. Ну и давайте покажу вам быстренько, что мне прислали на обзор. В общем, это парфюм от The Body Shop, точнее, туалетная вода с запахом инжира. И, если честно, этот запах мне очень напоминает запах Jo Malone. Я пока что тестирую, пробую. Где-то через недельку-две я обязательно с вами поделюсь в видео о новинках. Но пока что запах мне очень нравится. И, кстати говоря, он появится, по-моему, в конце июля на прилавках. В общем, я надеюсь, вам понравился такой быстрый бьюти-завтрак. Напишите мне, пожалуйста, что вы любите кушать летом. Наверняка это что-то легкое, фрукты, овощи и, наверное, много воды. Потому что летом в жару кушать совершенно не хочется. В общем, я надеюсь, вам понравился мой рецепт. Если вы его попробуете, то обязательно расскажите мне, как он вам. И мы увидимся с вами в новом видео. Всем пока!